Ну что, всем доброго дня. Добрались мы до Нальчика. У нас получилось доехать до Пятигорска, потом пересели на такси, еще ехали более 100 километров до Нальчика. Вот заехали мы в квартиру, которую арендовали. Ну, хорошая квартира, что я вам скажу. При входе сразу стоит вот такой шкаф. Не все красиво, как мебель-то одинаковая, с дверями все одинаковое. Вот такой шкафчик. Здесь мы уже свои вещи повесили, обувь поставили. Значит, гладильная доска есть, плечиков много. Смотрим здесь. Фен есть. Утюг есть. Здесь комплекты постельного. Полотенце. Ну, полотенце и постельное одеяло. Это ключики наши. Так, рядом находится... Санузел. Вот такой вот санузел. Заходи, посмотри. Значит, так. С подвесным унитазом. Унитаз подвесной, да. Так. Гигиенический душ, да. Есть. Раковина. А, это вот здесь включается же. Да? Как она включается? О. Вот так, нажал и включилось. Mm-hmm. Зеркало с подсветом. Вода. Вот, вода. Горячий, холодный. Через водонагреватель, да? Да, через водонагреватель. Раз, вот. Ну, в принципе, здесь вот, вот такая вот, здесь вот душевая, душевой отсек, значит, с тропическим душем. Шампунь есть. Да, ну, сделано, конечно, хорошо. Хорошо сделали. Все в кафеле. Латинчик. Потолок хороший самый, подвесной. Да? Ну, и как рожайская, да? Это потолок подвес этот. Да. Брянцевый. В общем-то, вот так. Так, выключаю. Нет, нажать и все. Все. А, оно притупляется. Нет, смотри. Нажать просто. Все, нажал и все. Так, идем дальше, смотрите. Дальше. Показывай. Заходи. Так, первый. Ну, кухня следующая у нас. Обзор кухни. Вот коридор проходим. Сразу здесь кухня. Не особо большая. Угу. Метраж здесь примерно 6,5-7 квадратных метров. Все, больше нет. А, вы включаете колонку? Да. Колонка автоматическая. Да? Ну, колонку видно, что она новая. Так, находится здесь микроволновая печь, чайник, двухкомфорочная газовая плита. Набор посуды. Вот, набор посуды. Все, есть, да? Да, все есть. Так. Давайте посмотрим. Ага, это просто для вытяжки. Так, а здесь все необходимое. Ну, кто любит кофе, сахар, чай, соль, да. Бокальчики, и кожерчики. Еще, значит, есть. Здесь у нас что? А здесь у нас что? А здесь моющие у них. Да, это моющие средства, которые необходимы для так. Чистки. Вилки, ложки. Ложки наличие, есть. Лопатки. Ну, это да, как заявлено было. Ну, да. Мы смотрели, все. Значит, сковородка маленькая. Одна и побольше такая. Хватит. Это все? Да, пока все. Так, смотри, вот здесь какая-то мусорная. Хотя кастрюли нет вообще. Подожди. О-о-о. Ну, хватит нам, ладно. Мы же не собираемся дома питаться. Мы будем ходить ну, где-то. Где дома? Да, ну где дома, да. Здесь что? А здесь ничего ну, нет. Просто. Так. Так, значит, слушай, это у нас а что? А знаешь что? Здесь же, наверное, был балкон. Сушильный что? Ну, это сушилка. Сушилка. Здесь же был балкон, наверное, вот. Нет. Они его объединили, да. Да, это балкон. Неужели? Появились сюда батарею. Закрываю я окно. Так, ну хорошо. Значит, балкончик. Вот здесь холодильничек. Ну, ладно. Довольно-таки, не сказать маленький, не сказать большой. Ну, вода натекла. Вода натекла, надо протереть. А. Видимо, размораживали. Размораживали просто. Да. Там что? Шкафчик просто. Просто. Ну, в общем, вот так вот. Столик здесь такой вот маленький для принятия пищи. Стулья совершенно. Да, стулья целлофан, пока еще в целлофане. Видимо, недавно все это сделано было. А ремонт. Так, дальше, значит. Комната, конечно, одна. Ну, большая. Ну, одну и сняли. Сразу здесь диван, видимо, раскладывающий. Надо посмотреть. Мы еще не здесь смотрели. Здесь еще может семья заехать. Да. Потом, значит, двухспальная кровать. Вот. Светильники настенные два. Такие интересные. Интересные.
Да, так вот. И на тепло и холод кондиционер. Так, телевизор. Есть. Значит, Wi-Fi к нему здесь тоже есть. Коробка Wi-Fi-то есть тоже. Так, значит, прикроватные тумбочки простенькие. Вот. Открытого типа сейчас такие могут. Да, здесь, в принципе, так сказать, как бы чувствуется пустота. Ну, это для съема квартиры. Да, да. Что необходимо? Ну, так-то, в принципе, есть, да. Вот сейчас мы включили на тепло, на кондиционере. 32 написано, вот. Ну, идет тепло. Да, сейчас очень хорошо идет тепло. Но здесь сейчас что? Мы приехали утром, очень рано, поэтому... прохладно было, где-то 14 сейчас, всего градусов. Ехали, там вообще туман был. Туман. Да. Туман такой мощный был, это Ревая просто что-то, да. Где-то метров 5 уже ничего не видно. Да. Ну, а сейчас, собственно, солнышко на улице, вон, видите. Дело, тапочки 4. При входе стояли. Ну, в общем, все, мы сейчас заехали. Сейчас, значит, распакуемся туда-сюда, там приведем себя в порядок, покушаем, там, если что, есть чай попьем и, может, пойдем гулять. Да, да. Вот. Ну, в общем, вот так. Квартирка, конечно, добротная, но не особо. Находится она, ну, практически в центре. Здесь все находится рядом. Ну, Кирова 2Б, это недалеко, если по центру, если по... Так, как она называется, улица Торчкова или как называется? Да. Да. Если вниз идти до самого, то получается как раз упираешься в парк. Парк, да. Главный парк у них там, отсюда недалеко, в принципе, где-то около километра, но метров 800-900. Ну вот. Ладно, там потом покажем. Да. Ну, в общем, парк со всеми аттракционами, вот, со всеми там... Пуфик стоит, да. Можно пуфик сесть вот. Вот. Все, на этом пока у нас обзор закончен. Ладно, всем пока. Пока. Давайте.